Всем привет! Вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий. Мы знаешь сегодня во что будем играть? В Raft. Как ты видишь на экране, это Raft, 4 серия. Мне написали, что зря я пользуюсь вообще всем этими веслами и зря я пользуюсь парусом, нужно плыть по течению и собирать ресурсы. Еще мне написали, что я убивал все-таки акулу эту. Да, я, может быть, и убивал акулу, я просто этого не заметил. Я не спорю. Еще мне сказали, что я плохо учил физику, но что-то я не особо понял этого прикола. Хотя, наверное, я правильно понял прикол. Просто, видимо, у меня в тот день плохо соображала башка. Потому что сейчас я вот прекрасно понимаю, что ветер дует туда, значит, в парус дует туда, то есть на меня, и плывем мы, собственно, вот в ту сторону. Видимо, у меня что-то в голове не сложилось в тот раз, и получилось так, что я подумал, что я плыву не в ту сторону. Но, ну что, бывает все, вот бывает. Не переживай, и возможно, в скором времени у меня будет все в порядке с головой, все в порядке с мыслями, и будет моя голова чистая, светлая, как что-то. Мне не хватает пластика для того, чтобы сделать эту элементарную закорючку, которой будем ловить ресурсы. А акула все плавает рядом и ждет, когда же она нас съест. Но мы ей не дадимся, не дадимся. Я ей не дамся, короче, вот. Плывет, по-моему, доска вот здесь вот, нет? Нет, обманулся. Но мы сейчас подплывем к плоту, посмотрим, что же там есть. Я что сейчас выпил? Соленой воды? Какой я молодец. Какой я молодец. Какой я молодец. Что такое? Что происходит с моей головой сейчас? О чем я думаю? Давай пожарим рыбки. Или не пожарим рыбки. Давай соберем пластик. Возьмем, сделаем крючок. Возьмем, откроем нашу эту ерундовину. Положим вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это положим вот сюда, потому что оно нам нахрен не уперлось. Положим вот сюда. И возьмем вот это вот. Направим курс. Изменим, точнее, курс на плот, который же вот он. Набежать я не могу, поэтому уж не обессудьте. Не-не-не-не-не, тогда плыви. Вот в ту сторону. Там что-то, видимо, очень интересное. Возможно, а возможно и нет. В чем проблема этих плотов? Они живут примерно секунду, а потом тонут. А потом тонут, и как хочешь, так и делай. Ты можешь утонуть вместе с плотом, а к акуле попасть можешь. В свою очередь попасть не к акуле, а к акуле тебе будет так, левой кнопкой мыши выпить, а это вылить. Я перепутал кнопочки, понимаешь? Я перепутал кнопочки и выпил воды. Соленой воды выпил. Так, ладно, мы плотом больше не будем пользоваться. Давай мы его уберем и будем плавать просто с самоходом. Как нас несет, так мы и будем... Ой, блин. Да что ты будешь делать-то, акула? Класс. А молоточек у меня есть? Это топор, это не молоток. Молоток у меня вот он. А мне не из чего. Тихо. Да... Блин. Что-то сегодня денек прям не очень хороший. Что-то у меня не получается вообще в эту игру играть. Давай соберем пластмасочку, чтобы построить наконец-то. Наконец-то, может быть, построим даже две штучки. А, нет, две штучки мы не построим, нам пластика опять все равно не хватает. Проблема, пластика дефицит. Понимаешь, пластика не нарубишь топором. Пластика нельзя нарубить. По-моему, мне показалось, что там еще один остров есть. Но нет, это обман. Наложим побольше досок, чтобы... Чтобы у нас все жарилось, парилось. Съедим акулье мясо. Потому что его хватает очень надолго. Ну, как бы ненадолго, но все равно половину шкалы голода она заполняет. Акула это. А следовательно, очень хорошее у нее мясо. Следовательно, очень хорошее мясо, очень питательное. Можем скушать его сейчас. Правильно, правильно. Ну, что такое-то? Угу.
Сейчас понаберем всего, что только можно будет понабрать. Так, нам нужно вон тот, нужен вон тот пластик. Поспешишь, говорит, людей насмешишь. Вот я сейчас поспешу. Я боялся, что я поспешу и просру бочку. Побегу за пластиком и просру бочку. Но нет, смотри-ка, у меня получилось даже достать бочку. И даже два пластика, и даже еще деревяшку собрал. Прям продуктивный заброс был только что. Вроде бы должен попасть. Да, попадаю. Красота неописуемая. Еще бочка плывет. Да, спасибо за совет. На самом деле я предполагал, что не нужно так делать. Но почему-то стоял на своем и делал это вопреки своей же голове. Понимаешь? Я не очень хорошо понимал, куда я плыву и зачем я туда плыву. Я думал, что в другом месте интереснее. Но на самом же деле, там, где нас нет, всегда интереснее. Ты не можешь со мной не согласиться в этом плане. Потому что вот видишь доску, а видишь бочку. Ведь она тебе нужна, и ты плывешь к бочке. К бочке подплываешь, смотришь, там в другой стороне еще бочка. Плывешь к другой бочке. И так вот до конца, до последнего, пока у тебя не сломается весло. И все. Так, что нам нужно для опреснителя, который сам работает? Так, для сухого кирпича нам нужно что? Мокрый кирпич. А, мокрый кирпич. Мы, кстати... Ну-ка. А, не разложили мокрые кирпичи? Это как так-то? Я почему-то думал, что мы их разложили. Давай положим вот здесь, чтобы наверняка нас акула не оставила без... Ну, без кирпичей. А то это будет очень нелепо, неловко и грустно. Здесь же есть берег, нет? Могу я вот тут где-нибудь найти глину, чтобы... Как ее называют? Чтобы сделать кирпичей. Могу? Нет? Как ты считаешь? Мне почему-то кажется, что совсем нет. Нет здесь никакого берега. Здесь есть только подобие какой-то вот такого причала. И очень крутой спуск. Следовательно, мы ни хрена здесь... Ну... Но мы ни хрена здесь не насобираем. Значит, поплыли по течению дальше. Пластиковый вагон. Ой, это акула, что ли, под нами? Да, смотри, какой звук классный. Никогда раньше не замечал, что она плавает со звуком. А, кстати, я вижу там... вижу там все-таки берег. Давай попробуем туда причалить. Блин. Пластик. Зря я туда кинул, я не успею туда. Вообще успел бы, ладно. Что-то я забегался, задергался и приоритет весь потерял. Я хотел на острове остановиться, но я так понимаю, мы доплывем до следующего, до какого-нибудь. А пока давай ресурсы собирать. Ресурсы лишними никогда не будут. Доски, палки, все, что мы видим, мы будем собирать. И все-таки, наверное, ловушку нам нужно прихреначить. Смотри-ка, мы ее... У нас есть еще сделать ловушку. Так, ты, собака такая, давай не нападай на мой плот. Ты его не строила. Вот, будь добра, его и не ломай. Угу. Урожай, урожай, урожай. Поместим его вот сюда. Урожай, урожай, урожай положим. А, нужна пресная вода. Положить чашку соленой воды, положить доску и положить, собственно... Где? А, вот он. Положить, собственно, говорю, вот это вот. А удочка нам пока не нужна. Если, короче, мы сильно проголодаемся... Точнее, не то, чтобы сильно проголодаемся, а увидим, что у нас кончается еда, то мы просто пойдем и убьем акулу. Акула гораздо выгоднее... Акулу убить гораздо выгоднее, чем потратить половину удочки для того, чтобы восстановить то же самое количество очков сытости. Ты это сам прекрасно понимаешь, и в принципе, это все. Я попить хотел. Я хотел полить лужайку. А еще хотел сделать опреснитель, который... Блин. А еще хотел поставить вот эту вот ерундовину. Давай подстроим вот здесь вот... Вот так вот. И поставим вот так вот сетку.
чтобы хоть что-то дособиралось. Вижу остров вон в той стороне, и думается мне, что мы к нему уже не попадем, потому что мы плывем в другую сторону. Другой остров вон там, но они так близко достаточно находятся друг к другу, поэтому не думаю, что большая проблема будет нам для нас найти какой-то еще один остров. Правильно? Правильно. Ну и что мы? Что мы? Нужна пресная вода. А чего такое-то? Нужна пресная вода. Я какую тебе налил? Я налил соленой воды. Я большой молодец. Правильно? Правильно. Я налил соленой воды. Зачем-то? А зачем, не знаю. Давай досочку положим и найдем все-таки этот сраный опреснитель. Потому что он мне покоя не дает. Нам нужен опреснитель, чтобы не тратить доски на то, чтобы... На воду, короче. Стекло из песка в плавильне. Вспомнил. Все, стекло, плавильня, песок. Все здорово. Все сходится, сходится, сходится. Акула, представь, только что меня укусила, но не укусила. Да, блин, везучий день сегодня у меня какой-то. Я мог быть съеден акулой, но не съеден. Ты приготовилась там, нет? Давай съедим кокос. Давай съедим кокос. Возьмем вот это. Угу. Давай, давай. Ну, опа, молодец. Схватил. Молодец. Сеточки где? Сеть-ловушка. Еще одну сеть-ловушку прихреначим. Куда-нибудь вот сюда давай. Ну, чтобы не было две подряд. Пусть будет две не подряд. Логика, логика. Так, кирпичи у нас сухие появились. Плавильня делается из еще одного кирпича. Твою налево. Блин, вот одного кирпича не хватает, представляешь? И ведь нет у меня глины-то, да? Нет глины. Прям чуть-чуть не хватает, получается. Прям получается, что не хватает. Где он есть-то? Вот он, кирпич. Не хватает двух кусков глины. Ой, несправедливо получается. Несправедливо. И глина же ведь самая обидная. Она ж не растет, вот так вот не плавает. Ее нужно именно на ост... Ой-ой-ой-ой-ой! Засосет, засосало, не могу выбраться. Представляешь, под плот засосало и все. Ой, ладно, давай вот строить плот. Как нам сказали, расширяй, говорит. Расширил. Что дальше делать? Так, погоди. Хоп. Можно какой-нибудь фонарь сюда поставить, чтобы было тепло, ой, светло. Изготовить. Надеюсь, он ставится вот, да, вот так вот. Давай вот сюда поставим. Во, красота! Вообще отлично, все видно сразу стало. Главное, чтобы его не затушило. Он же ведь не пропадет у меня через там 5 минут из-за того, что он закончился, нет? Будет неприятно. Досок нет, серьезно, досок нет. Ладно, давай хоть пластик собирать. Хрен я его соберу сейчас, да? Ну да. Зато я собрал листик. Молодец. Листик — это очень важно. Тем более в наших реалиях. Доска есть. А, он из 6 досок делается, поэтому у меня их и нет, конечно же. Я все потратил на эту. На фонарь. Зато теперь у нас светло. Зато теперь светло, и мы все видим. Хотя бы в пределах плота. Положить доску. А там у нас что? А, тут у нас, видимо, налить, наполнить пресной водой, выпить и возьмем тогда еще... Ой, еще один кусочек акульего мяса, чтобы пожарить и быть прям очень сытым. Чтобы быть очень сытым и долго не думать о том, что мы можем умереть. Не буду я туда кидать, потому что мы уже далеко отплыли.
Сейчас только тратить крюк. Крюк тратить нельзя. Крюк — это полезная вещь. И хоть не такая дорогая в производстве, но все же лишние ресурсы нам тратить на него не хочется. Доски, пластик, доски, пластик, доски, пластик, доски, пластик. Так, пластик. Еще вот пластик сейчас соберется. Ну-ка, молодец. Достал, представляешь? Смог достать. Я вижу бочки. Две бочки рядом плывут. Это красота. Это красота. И они, кстати, плывут прямо на меня. Поэтому, ну, блин, представляешь, не дотянулся. Это обидно, обидно, досадно. Но главное бочки не потерять, не проплыть. Фу-ху-ху-ху. Так, она плывет ко мне. Нет, она не плывет ко мне. Починка. Починка. Можно что-то, наверное, уже даже организовать из этого молотка. Фундамент. Фундамент, что это такое фундамент? Треугольный фундамент, деревянный настил. Треугольный деревянный настил, приподнятый пол, арматура для фундамента. Нет, это нам рано все делать. Деревянная колонна, половина деревянной колонны. Давай возьмем вот это. И присандалим куда-нибудь вот так. Да? Ай, блин, гвоздей не хватает, представляешь? А гвозди из хлама делаются, да? Ну да. Ну давай сделаем. Хлам-то насобираем еще. А еще мы сделаем... Сделаем что? Сделаем... Ну, настил. А, это... Или куда это делается? Ну, это вот так делается, наверное, да? Это же ведь вот в таких случаях используется. Скорее всего. Будем изучать, будем пробовать. Такой я молодец, конечно, кинул. Прям экономно. Просто экономнее не придумаешь. Так, я... А, это мне показалось. Я думал, что там у нас островок уже приближается. А, нет. Скорее бы тепло, хотел сказать, светло. Чтобы было видно нам хотя бы что-то. За пределами плота. А то вот эта темень, она меня уже изрядно домотала. Не видно ничего, очень неприятно глазам, очень темно. Да, остров, мне кажется, да, мне кажется, все-таки остров это, значит, не показалось. Так, слушай, ну, в целом, если подумать, то вот эти вот, как они называются, сеточки, они очень даже полезны. Правда, делаются они из таких вот большого количества вот веревок этих. Как они называются-то? Пальмовые листы. Из большого количества пальмовых листов, но... Ну-ка, брысь пошли. Урожай, урожай, урожай. Есть захотел, серьезно. Ты что такое вытворяешь-то? Ну-ка, акула, уходи. Акула доматывается до меня. Я не знаю, что я ей такого сделал, чтобы она ко мне так приставала часто. Давай посадим свеколку. Полить не могу, значит, это соленая вода. Выпить. Положить. Но очень долго готовится все-таки эта акула. Наверное, очень жесткое, плотное мясо, которое... Очень долго готовится. Который нужно очень долго жарить. Чтобы оно там, не знаю, не содержало никаких плохих веществ. А может, это просто игра так решила, что будешь ты жарить эту акулу 2 часа. И как ты хочешь, так и живи эти 2 часа. В голоде, в холоде. Умирай, не умирай. Думать надо было раньше. Так, да, сейчас мы используем парус, потому что он нам нужен. Нам нужно поплыть вон туда. Нам нужно на остров. Нам нужно плыть за глиной. Правильно? Правильно. Глина нам нужна.
Так, а сейчас нам нужна вон та бочка, до которой мы, конечно же, достанем. Угу. Блин, не достал, представляешь, до пластика. Доплывем мы сами туда, нет? Я помогу веслом, потому что, ну, это вот очень долго ждать. Действительно, очень долго ждать, и... Я лучше нашему плоту помогу. Чтобы ждать поменьше. Вижу еще одну бочку, но мы до нее не доплывем пока что. Глиняная миска, это для супов. Это когда ты делаешь уже какую-то там кухню и в ней уже что-то готовишь. Мне нужен якорь. Это где-то здесь. Изготовить. У меня многоразового нет пока что, да? Нет, многоразового у меня нет якорь. Ну, давай вот сюда вот поставим. Ну, ты чего? Почему не... На, нахрен. Все, далеко не уплыву. А, еда есть, вода есть. Акулье мясо давай бросим, чтобы оно пожарилось. А то, блин, мы потом будем еще полгода ждать, пока оно приготовится. А, возьмем. Это вода не пресная. Ёшкин кот, ты серьезно? Я сейчас проголодаюсь, пока мы будем ждать. А, ладно, погнали мы за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы можем сделать сейчас копье? Нет, у нас нет досок. У нас нет досок и пальмы. Но мы сейчас ее добудем. Правильно, это же ведь не так долго и не так сложно. Кокос получился. Ну, это хорошо. А, блин, слушай, сейчас прям быстро. Я забыл. Я забыл положить лианы в сундук. Лучше выкинуть чертежи, как мне сказали. Чертежи можно выбросить, ты же их изучил. Я тоже так подумал, но потом решил, что лучше перестраховаться, а то потом скажут, что вот... Ой-ой-ой-ой. Тихо. Акула, наверное, очень близко. Пойдем наверх. Посмотрим, что там. Может быть, там лежит какой-нибудь очень нужный сундучок, но нет. Обманули нас. Нет тут сундучка. Есть арбузы. Съедят у меня сейчас... Да ладно, пусть ест свеклу. Я съем вот это. А, арбузные семечки нет, мне не нужны. Мне нужны сами арбузы. Угу. А, он за два присеста ест. Понятно, вот что такое. Давай ломаем. Добываем оттуда все необходимые нам ресурсы. И плывем под воду. Искать. Что искать-то? Мне вот это вот не нужно. Вот это тоже мне не нужно. А арбуз сейчас давай сожрем. Чтобы не мешался он нам в инвентаре. Поплыли. Не вижу акулу, поэтому буду надеяться, что ее нет рядом и она не приплывет. Ого, ничего себе, как глубоко можно сплавать. Но мы туда не поплывем, поэтому, потому что можно вот здесь вот что-то найти. Но это не глина. Глина? Ничего себе. Так, ну мы можем уже сделать кирпич, который мы можем положить сушиться. Да? Да, ведь уже все. Да, мокрый кирпич можно сделать. Пойдем на плот сразу бросим его. Чтобы время зря не терять. Чтобы в этой серии сделать уже... Ой-ой-ой-ой, акула вон наплавает. Чтобы в этой серии уже, конечно же, сделать, как его называют, печку, короче, сделать. Печку сделаем, а в печке уже можно будет и стекло сделать, и... Блин, откусит же сейчас. А она и так откусит, мы не успеем. Не успел бы. Пофигу, пусть кусает, потом построим заново. И отомстим этой подлюке хвостатой, чтобы она нам впредь не делала таких пакостей. Главное, чтобы к нам не приплыла. Будет неприятно.
Так, глины вроде бы насобирали. Сколько у нас глины-то уже есть? Три штуки. Три штуки это мало. Там одна. Один кирпич делается. Она плывет сюда. Она плывет сюда. Она увидела меня и плывет сюда. Ну и что? И что ты хоть. Сука, я ж тебя ударил. Ну все, ты нарвалась. Я тебе говорил ко мне не подходить. Я тебе говорил. Иди сюда. Падла. Ну-ка, ты где? Вот и где она теперь? Куда она уплыла? Испугалась меня, небось? Ну да, я ее не вижу. Где она есть? Она просто из-под тишка решила меня укусить, чтобы показать, что она якобы вот вроде бы здесь и есть. Противная собака. Очень некрасиво с твоей стороны, акула. Ты вроде бы не крыса. Но если она вот здесь вот меня схапала, значит она и сейчас меня может здесь учуять. Якобы она же ведь рядом с плотом с этой стороны все-таки плавает. Ладно, пусть кусает ее еще раз, а мы с ней будем бороться в следующий раз. Песок, песок. Хлам мы тоже будем собирать, так как он нам нужен. Мы из него делаем гвозди. А из гвоздей делаем всякие разности. Угу. Железяки тоже нужны. Все нужно вообще. Все, все в дом, все в дом. С собой нужно брать. Пригодится. Угу. Капуста какая-то тут растет. Что это за капуста на дне океана? Представляешь, она куда-то делась? А, вон она плавает, вон она, падла. Плавает и плавает себе, как будто бы ни в чем не бывало. Как будто бы она меня только что за жопу не укусила. Делает вид, что все хорошо. Но ничего хорошего. Я-то все помню. А моя жопа тем более. Так, глины сколько? Насобирать 4 глины всего-навсего. А мне нужно 6, 12 штук. Представляешь, 12 штук глины мне нужно насобирать. Плывет? Нет, не плывет. Я ее увижу, если что. А может и не увижу. А может не шевелится? Вроде уплыла. Ладно, если уплыла, значит уплыла. Так, здесь мы вроде бы все насобирали. Пойдем дальше посмотрим, что там есть с той стороны. А с этой стороны что есть? С этой стороны ничего нет. С этой стороны есть только глубина большая. Вот и все. И акула плавающая. Вон она плавает. Если она меня сейчас за жопку тяпнет еще раз, я не переживу. А, мне нужно сделать крючок. Если что, возьмем копье, чтобы в случае чего отбиваться от акулы. Ведь она нас не любит, она хочет нас убить. Это недобрый посыл у нее какой-то. Возможно, она к нам предвзято относится... Из-за того, что она возомнила себя царицей тут и хочет быть главной, а мы тут плаваем тоже в ее океане. Так это не ее океан. Да я бы с радостью не плавал, я, блин, вообще домой хочу. Кто ж меня заставляет, как это сказать, кто ж ее заставляет тут плавать? Мы тоже хотим плавать, правильно? Правильно. И нас никто не заставляет, мы по обстоятельствам здесь, по непредвиденным оказались. Медь нашел. Блин, ни хрена себе, я чуть не этого самого. Ух, блин. Страшно-то как было сейчас. Я просто слышу звук какой-то прям приближающийся чего-то. Но тебе три раза тяпнул ее. Ты представляешь? Блин, а еда-то убывает. Убывает еда моя. Ну-ка, давай не придумывай. Три раза успеваю ее ударить. Три раза. Ну-ка, давай не дури. Не придумывай здесь ничего. 9 раз ударил. И это учитывая тот факт, что я ее убил до этого. На плоту еще там бил. Скорее бы уже улучшенное копье себе сделать, чтобы она умирала быстрее.
Но это не дело. Ты смотри, сколько раз она выживает. Она вообще бессмертная. Она реально бессмертная. Я сейчас копье сломаю быстрее, чем она умрет. Или в хвост не считается. Что это такое? Я уже хочу есть. Убил, неужели? Копье сломал, представляешь? Сломал копье. Об акулу сломал копье. Снова. Это не дело. Но мы как бы ее не очень прям уж... Ой-ой-ой-ой-ой. Я задумался. Не очень уж прямо где... по делу убили, потому что нам уже как бы не к чему. Мы же уже все... И как быть? И как быть? Я не могу тебя забыть. И что мне делать теперь? Мне нужно делать печку. Изготовить. Изготовить плавильню. Ставим плавильню. Ну-ка. Ну, что такое? Где тут начало, где конец вообще? Ну, наверное, вот так вот будет стоять. Положить доски и положить песок. Мне нужен... Мне нужно что? Мне нужен... Нужен опреснитель. Вот что мне нужно. И нужно это, как бы, самое... Как бы тебе так сказать-то? Дно у лодки нужно. Пол, точнее. Да, неприятная какая акула. Съела мне опреснитель, представляешь? Просто сожрала опреснитель. Это некрасиво с ее стороны получилось так. Так не делают просто нормальные люди, и нормальные акулы тоже так не делают. Есть там еще хоть одно дерево, или я два спилил и больше нет? Так, желтый цветок мне не нужен. Краситель это здорово, но... Ну да, все, кончились. Кончились деревья на этом острове. И как быть мне теперь без деревьев? Опреснитель наверняка тоже с деревьями делается. Так что мне сейчас вообще не этого... Без вариантов, надо искать деревья. Да, попал я в такое положение, не в хорошее. Что там? Стекло. Стекло. Песок. Ладно, давай отправляться тогда дальше. Убираем якорь и поплыли. Куда нас понесет там? Вон бочка плавает, наверное, туда и понесет. Да, куда флажок дует, туда и это. Туда и эту парус надо направлять. Я уже понял, все, я научился пользоваться парусом, флажком, и могу сказать, что я настоящий капитан. Правильно? Правильно. Как прям вообще некрасиво получилось. Я думал, что у меня хоть ничего не сломается. Она, получается, отломила мне именно тот кусок, на котором лежал мой опреснитель воды. Блин, еще сейчас вот бочку не хватало потерять. Так, все, отпускаем парус. Кладем доску. Опять вот не хватило прям доли. Так, стекло получаем, кладем туда песок. Сейчас сделаем опреснитель. И тогда уже, наверное, можно будет закончить на этом серию. Потому что, как бы, вроде бы и плавильню сделали с тобой, и вроде бы, как бы, уже вот... Угу. Так, нужно еще 6 досок, и все. 6 досок нужно найти нам, и будет хорошо. Не достану все равно до следующих досок, да? Да, я достал только до первых. Ну и ладно. Хоть до каких-то я достал. Мне показалось, что вот здесь должен быть пластик. Не показалось. Двух досок не хватает. Двух досточек. Двух досточек.
Мы их сейчас найдем. Вот и вот. Все нашел. И вот даже третью нашел. Угу. Стекло. Одного стекла нам не хватает. Надеюсь, хватит этой доски, чтобы расплавить. Я хочу поймать бочку. Просто я туда закинул крючок, чтобы поймать бочку. Вдруг она мимо нас проплывет. А этого быть не должно. Бочки здесь терять нельзя. Бочки это важная вещь. В бочках содержится очень много ресурсов. Важных ресурсов. Ну-ка, что там по стеклу-то? А, кончилось. Кончилось стекло, потому что кончилась доска. Акула ожила. Здорово. Классно. Давай уже, появляйся, стеклышко. Уже устал я ждать тебя. Я уже хороводы устал водить вокруг этого супер-мега-гриля. Когда же он пожарит мне песок, чтобы получить мне стеклышко? Стеклышко, хочу стеклышко, блин. Неужели? Изготовить. Изготовил. Берем. Вот куда бы его поставить... Куда бы его так поставить, чтобы точно не сожрали его. Вот так, наверное, вот сюда вот его поставлю. И красота. Так, 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 так. Все. И в целом, наверное, будет все. Логично на этом завершить. Правильно? Правильно. Давай сохраним мир. И попрощаемся. Спасибо за просмотр, за то, что досмотрел серию до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй. И увидимся с тобой в следующей серии, в следующем видео. Пока.